Хоровое исполнение этих певцов мгновенно заставляет зал аплодировать. У людей, впервые пришедших посмотреть и послушать выступления артистов, только положительные эмоции. Приятно внешний вид, очень костюмы, приятные голоса, приятный вообще вот подача звука и строй хоровой. Ну, конечно, специфика, национальная вот музыка. В общем-то, это производит впечатление, конечно. Я впервые вижу этот хор. Они поют и играют как один инструмент. И вот эти костюмы. И очень впечатляет. Когда слушаешь, в душе такое волнение вызывает, радость. Не только у зрителей остались хорошие впечатления, но и у самих участников хора. Красоты Бурятии им очень понравились. Мы приехали в Бурятию в первый раз. Она очень красивая, город прекрасный и люди добрые. Всегда перед выходом на сцену у исполнителей особые эмоции. Нам очень нравится бурятская публика. Со своей концертной программой хор выступал на самых известных площадках. Отмечу, что критики этих исполнителей называют чудом китайского хорового искусства. Впереди у музыкантов выступления в Санкт-Петербурге и Германии. Илья Бельков, Андрей Дармаев. Новости дня.